В качестве эксперимента мы нашли, наконец-таки, ненужный диван. Мы вот сейчас уже приехали в эту вот хрущевочку. И нам сейчас придется его только спустить на улицу, потому что дома нам не разрешают его полить. Так что пойдемте все вместе на 4-й этаж. Так, наконец-то пришли. Итак. Давай, давай, понесли, понесли. Сигаретки не найдется, не? Найдется. Не куришь? Курим. Молодец. Не так уж и легко найти сигарету, оказывается. Да? Может, давай у мужчины спросим. Мужчина, у вас сигареты не найдется случайно? О, спасибо. Ой, мы тут хотим, да, вот подснять, как от сигареты диван загорается. Вы как, не сталкивались с этой проблемой, нет? Да. Никогда не было? Диван не жёг. Ну, что-нибудь да прожигали, да, в любом случае, там, сиденье в машине или там... Сиденье тьфу-тьфу не прожигает. Итак, ну что ж, все готово для нашего эксперимента. Чувствуем себя как дома, ковер на стене, диван уже на исходной точке. У нас есть уже сигарета, есть зажигалка. Сейчас только останется нам поджечь сигарету и оставить на какое-то непродолжительное, я думаю, время. Вот так мы ее подпалим, так хорошенечко. Сигарета горит. Нам ее остается только положить на диван и засечь время. Так, время идет, но ничего не происходит пока что. Мы нашли еще одну сигарету, ее немного тут нам... Человек, который пожелал остаться вне кадра, раскурил посильнее, потому что эту мы чуть-чуть подожгли, всего лишь по краям. Но мы решили вот тут рядышком с этой сигареточкой вот так вот ее положить как-нибудь туда вот поглубже, допустим. Посмотрим, что получится. Почти 6 минут прошло, но пока что такого прям горения нету. Но по запаху я уже чувствую, что прям уже довольно-таки едкий запах, едкий дым какой-то. Даже я не вижу этого дыма, но я очень сильно чувствую его. Что произошло с диваном за 20 минут? Всего лишь 20 минут. Сигарета, мы видим, что она выгорела не полностью. Мы убираем сигарету и видим, что процесс запущен. Диван уже тлеет. То есть тут уже не нужна даже сигарета. Нужно только немножко времени, я думаю, какие-то определенные условия. Возможно, слишком холодно на улице и диван не загорается по этой причине. Или, может, обшивка и дивана, вот эта вот старая советская, она не такая горючая, как современные. Вот видите, тут уже, тут даже обшивка прогорела и начал уже тлеть поролон там внутри. Спасибо тебе, диванчик, за наш эксперимент. Мы поняли, что, в принципе, поджечь диван с помощью сигареты возможно, очень даже возможно. Ну и давайте переместимся уже в нашу аудиторию и подведем какой-то итог.